Далее в прямом эфире национального телевидения смотрите розыгрыш призов от компании «Кайсаров». Всем здравствуйте! До Нового года остается всего ничего. В эфире я, Аня Голицына, и не просто ведущая сегодня, а настоящая Снегурочка. Будем исполнять мечты и желания наших телезрителей и участников нашего розыгрыша от компании «Кайсаров». И прямо сейчас я хочу представить замечательного человека, Фадеев Максим Витальевич. Здравствуйте! Здравствуйте! 30 лет компании – это много или мало? Конечно же, это очень-очень много. Но перед нами предстоит еще очень много сделать. Сделано было немало, но сделать еще нужно будет больше. Эти сертификаты, друзья, у нас все честно, все в прямом эфире. Прямо сейчас мы с Максимом будем их выкладывать в наш новогодний мешок Деда Мороза. Вот они, те счастливчики. Кому же улыбнется госпожа Фортуна? Мы перекладываем все. Сколько? 5000. Огромное количество. Скажите, чувствуется Новый год? Чувствуется. Как настроение? Настроение шикарное. Вот сегодня особенно, потому что я вот больше люблю дарить подарки, чем получать. А как у вас? Естественно. Я тоже очень люблю дарить подарки, поэтому мы и будем сейчас это делать. А вот теперь волнительный момент и третье место. Обладатель третьего места у нас получает... 3000 рублей. Сертификат на сумму 3000 рублей. С вашей легкой руки. Давайте начнем. Узнаю, достанем с самого-самого дна. Достанется подарочный сертификат на 3000 рублей. И это третье место. И получает его Гейм Наталья Вадимовна. Здравствуйте. Вот такие аплодисменты. Да, номер телефона заканчивается на 98-45. Мы обязательно с вами свяжемся. Теперь Деду давайте Мороза. С моей легкой руки. С вашей же легкой руки. Победитель скажет мне потом спасибо. Но, тем не менее, друзья, это внимание. Как же много. И вот он, победитель, счастливчик. А счастливчиком становится Миронов Вадим Эдуардович. Второе место, заслуженное второе место и подарочный сертификат на 5000 рублей. Здорово, поздравляем. А вот теперь самое приятное. Ну расскажите, подарочный сертификат. Это самый главный наш приз. Это подарочный сертификат на поездку в Питер номиналом 20000 рублей. Вот, Максим, пока вы вытаскиваете победителя, я вот расскажу, да, что в стоимость тура входит проживание в комфортабельной гостинице. Здорово. Экскурсии по программе. Исаакиевский собор, Казанский кафедральный собор, Петергоф, там безумно красиво, Спас на крови, Эрмитаж, Царское село. Слушайте, ну, я пошла. Нет, конечно же, мы выручим этот подарочный сертификат победителю. Ну что ж, зачитывайте вы, Максим. Очень волнительно. Итак, победителем... Тонконогова Ольга Полиславовна. Полиславовна, поздравляю вас. Туристический подарочный сертификат от компании «Кайсаров». Вам большой пламенный привет. И национальная телерадиокомпания «Чувашия» тоже поздравляет вас. Ну, вы счастливый человек, Ольга. Желаем вам удачи и хорошего туристического похода. Еще раз поздравляем. Поздравляем. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Пусть все ваши мечты и желания сбываются. Ну а мы поздравляем компанию «Кайсаров» с 30-летием, с юбилеем. Заходите к нам почаще и чаще устраивайте вот такие розыгрыши. Мы будем рады всегда. С праздником вас, с наступающим Новым годом!